Вставай скорее. Что ты делаешь посреди ночи? Джен, ты целовал Шарлотту? Ты что, чокнулся посреди ночи? Я просто хочу спросить тебя, касаемо любви. Ты совсем больной? Спросить больше нечего. Я никогда не был влюблен. Кон Джень тоже. Я не могу найти способ поцеловать ее. Свои проблемы решай сам. Джен, не спи. Голова, голова. Говори. Мы с Кон Джень влюблены и прошли многое. Ближе к делу. Логично, что мужчина и женщина в отношениях должны сближаться. Но она... Давай сходим туда. Ты чего? Спасибо. Ты закончил? Скажи, она специально меня избегает? Вполне возможно. Тогда почему это происходит? Мне казалось, у нас все хорошо. Особенно, когда мы только начали встречаться. Я чувствую сейчас, что мы отдалились. А еще я чувствую, что она смотрит на меня, но видит другого человека. Это потому, что мы недавно вместе и еще плохо узнали друг друга. Не спи, проснись и послушай меня. Я не могу ждать. Завтра у нас свидание, я буду дежурить завтра. Тогда замаскируйся, чтобы забрать ее. А ты попроси ее взять выходной. Это твое личное дело. Ей еще нужно написать план. Если ты мне поможешь, я помогу ей написать план. Ты будешь писать? Конечно. Ты же знаешь, кто меня обучил. Дайте мне шанс, президент Жуань. Сначала дай мне поспать. Есть президент. Можно мне мороженое? Распродано, ларек закрыт. Но вы же только приехали. У меня встреча. Разве сегодня дежурит не Джен? Как ты смог выйти? Это чтобы сходить с тобой на свидание. Я организовал тебе выходной. Пойдем быстрее. Садись. Только ради этого мороженого ты арендовал целый грузовик? Ты же его любишь? Тогда ради чего ты приложил столько усилий, чтобы привести меня сюда? Посмотри на небо. Что такого в небе? Разве это не просто небо? Закат здесь прекрасен. Когда мы были в деревне Мэйти, разве ты не пропустила закат? Хочу наверстать это, чтобы посмотреть с тобой на закат. А что будет во время заката? Говорят, если загадать желание на закате, закрыв глаза, а потом открыть их, и увидишь красный закат, то желание сбудется. Говорят, если загадать желание до заката, открыв глаза, увидеть красное небо, желание сбудется. Угадай, чего я пожелаю? Смотри, приближается закат. Загадай желание.
чем дело? Да ничего. Ян-Ян. Я думала, что... мы слишком быстро начали отношения. И теперь я поняла, что... слишком многое думаю. Ты всегда был собой. Да. Я всегда был таким. Влюбленным в тебя. Спасибо. Не ожидал, что... слушаться Джена действительно полезно. Если хочешь, чтобы завтра свидание прошло удачно, просто делай, как я скажу. Но, по правде, это все про желание, закат или что-то в этом роде. Слишком слащаво, верно? Повтори все слово в слово. Вот, блин. Я забыла про день рождения брата. Я обещала ему помочь. Мне пора. Правда уходишь? А как же закат? В следующий раз. У нас еще много времени. Тут тоже верно. Тогда хочешь, я пойду с тобой на день рождения? Так внезапно? Я как-никак его зять. Для встречи я переоденусь в более формальную одежду. Хорошо. Господин, сюда. Мы одни сегодня. Это место забронировала госпожа Шарлотта. Они еще не пришли. Давай немного посидим тут. Это место прекрасное. Я люблю здесь с братом есть арбуз, играть в карты на воздухе. У вас с братом хорошие отношения. Он за мной с детства хвостиком бегает. Я завидую тебе. Мы с Дженом вечно боремся друг с другом. Уверена, ты зачинщик. Не обманывайся красивым личиком Джена. Я окажусь задирой. А Джен Сай настоящий злодей. Да быть не может. Но уверена, родители любили вас одинаково. Похоже, его все любят больше. Ты не должен так говорить. Вы с ним семья, родных не выбирают. Верно. И кто сказал, что он всем нравится? Мне не нравится. Ты признаешься мне в любви? Размечтался. Они должны скоро прийти, пойдем. Кон Джень. Если из всего мира я нравлюсь только тебе, этого достаточно. Сестра, идем ужинать. Хорошо. Еще бы чуть-чуть.
Ну как тебе? Что сегодня за праздник у нас? Если ты хочешь, сегодня может быть первый день, когда мы вместе. Джен, я изначально хотела дождаться твоего признания, но я ждала слишком долго, поэтому... Я скажу первое. Ты бы хотел стать моим парнем? Баловать, любить и оберегать меня, чтобы я была единственной для тебя? Неважно, если не хочешь. Я могу любить тебя за нас двоих. Ты единственный в моем сердце. Жуаньцзян, ты мне нравишься. Почему? Для нас это невозможно. Но ты обещал моей маме вечно заботиться обо мне. Ты знаешь, я не вечный. Я докажу тебе, что мы можем быть вместе вечно! Иди. Там еще два блюда. Да, мы пойдем сейчас принесем. Я помогу. Хорошо. Твоя сестра часто говорила о тебе. Наконец-то мы встретились. Мы уже несколько раз виделись. Я имею в виду, мы впервые разговариваем с тобой. Представляться не буду. А ты президент Жуань, который любит увольнять мою сестру? Зачем ты здесь? Пришел на твой день рождения. И чего ты приперся его отмечать? Потому что я парень твоей сестры. Ты? Я читал в интернете, что у тебя раздвоение личности. Когда ты стал парнем моей сестры, меня спросил? Похоже, я тебе не нравлюсь. Так очевидно? Не страшно. Зато я нравлюсь твоей сестре. Заметил, как сестра обожает меня? Хочешь быть парнем моей сестры? Должен получить мое одобрение. Хорошо. Что ты хочешь? Держи. Значит, если я выиграю, ты должен называть меня зятем. Размечтался. Ты умеешь играть? Видел, как играет Жуань Джен. Там все просто. Твоя очередь. Почему ты не сказала мне, что твой брат такой крутой? Как раз собиралась. Ладно, пойдемте ужинать. Мама нас ждет. Это была разминка. Сразимся в следующий раз. Я должен отдать проект развития господину Жуаню. Да, я понял. Хорошо. Копировать, вставить. Нормуль. И вот отсюда. Проект развития легко. Стой, не кидай. Тут люди. Чего ты так испугалась? Твоих навыков.
Может, тебе прекратить тренировки? Ну уж нет. Скажи своему брату, что я уделаю его в дарте. Это что, план развития деревни Мэйти? Да. Я отправлю его тебе. Распечатаешь? Кто его сделал? Жуань Джен прислал мне. Мне надо с ним поговорить. А? Этот план нельзя реализовывать. Хочешь разместить ветряные электростанции, роскошные паромы и построить дома, похожие друг на друга? Это испортит воспоминания и жизнь местных. Развитие деревни Мэйти, снос и реконструкция — это все, что нужно сделать. Воспоминания не важны. Тогда скажи, что для тебя важно? Денег побольше заработать и забрать чужие дома, изуродовав до неузнаваемости? Президент, это не слишком ли жестоко? Этот план реконструкции — просто фантазии высокомерного человека. Я раньше думала, что ты так же, как и я, хочешь учесть пожелания местных, чтобы все были довольны. А теперь, когда контракт подписан, ты резко переобулся? Ты хладнокровная акула бизнеса. Но все не так плохо, как кажется. А ты разве так не думаешь? Он просто хочет уничтожить деревню. Я думаю, это неплохой план, если не считать того, что он очень дорогой. Неужели для тебя воспоминания о деревне Мэйти настолько не важны? Стой. Ты специально решил разозлить меня этим планом? А? Я признаю, просто скопировал чужой план из интернета. Но почему Кон Жень так разозлилась? Кажется, она сильно расстроилась. Президент Ян. Искали меня? Шэнь Джан, помоги мне составить новый план. Принеси все документы, графики и чертежи по деревне Мэйти. Хорошо. Смотри, нужно учесть особенность местности, хорошо? Эта гора — идеальная бухта для лодок. Но если ее расширить, то при шторме или тайфуне будет огромные потери. Испугался? Засчитай это как проигрыш, и ты должен расстаться с сестрой. Засранец, это еще не конец. Понял? Алло, Джен, помоги решить проблему. Президент Жуань? Сестра, кто это? Пришел? Еще и подарок на день рождения. Кроссовки последней модели. Зачем купил эти кроссовки? Жуаньши и этот бренд давно сотрудничают. Что? Думаешь, парой крутых кроссовок откупишься? Нет. Ты не обманешь меня, как в прошлый раз. У тебя один шанс. Ну как? Теперь я выиграл?
Зять. В чем дело? Ни в чем. Это же просто дартс. Зачем Яньян попросил тебя прийти? Не хочу, чтобы Жуаньчжэн проиграл. Если бы Яньян мне не сказал, я бы приняла тебя за него. Ты изображаешь Яньяна лучше, чем он тебя. Правда? Ты только что смеялся? Впервые вижу твою улыбку. Правда? Кажется, передо мной ты всегда был недоступным холодным боссом с непроницаемым лицом. Может, это потому, что ты плохо справлялась с работой? А может, это потому, что ты сделал что-то не так? Окончательный план развития деревни Мэйти не утвержден. Не будь такой сентиментальной в этом деле. Президент Жуань, я говорила тебе, что я выросла в деревне Мэйти. В то время мне нравился один парень. Хотя он, наверное, меня больше не помнит. Но у меня нет смелости спросить его напрямую. Этот парень для тебя так важен? После обеда он любил играть в баскетбол, а потом ехал домой на велосипеде. Я всегда ехала за ним. Навстречу дул мягкий морской бриз, и я ехала мимо храма. Оттуда часто раздавались слова молитв о хорошей погоде. Дома из серого камня стояли вплотную, солнце позади нас понемногу садилось, а перед нами постепенно зажигались фонари. Я говорю тебе это, потому что многие люди хотели бы отправиться на отдых в деревню Мэйти с семьями. Не ради современного курорта, ради настоящей природы, детских воспоминаний, чтобы спокойно отдохнуть в уютной атмосфере. Деревня Мэйти очень драгоценна. Но экономически простая деревня не сможет привлечь много туристов. Еда зависит от погодных условий. В деревне Мэйти большинство отраслей приносят убытки из года в год. Поэтому ты хочешь изменить все? Я хочу сохранить все. Когда буду в компании, сделаю несколько новых бизнес-групп, чтобы развивать каналы сбыта, продукции из деревни и туризм. Восстановить местные предприятия. Обеспечить местным зарплату, дивиденды. Чтобы они не переезжали в большие города. Президент, я тебя неправильно поняла. Я была не права, сказав, что это твои высокомерные фантазии. Ты права. Деревня Мэйти — моя самая большая фантазия. Я хочу официально извиниться за то, что наговорила тебе в тот день. Прости.
Алло? Ян-Ян. А ты где? Я в компании. А в чем дело? Парень, о котором я только что говорила. Я уже нашла его. Это Ян-Ян. Тогда его звали Лянь-Юй. Спасибо. Ну как, эта версия подойдет? Переделай. Почему? Ты в 13-й раз заставляешь меня переделывать. Я уже и шрифт сделал меньше, и межстрочный интервал отрегулировал. Шрифт, размеры шрифта, интервал. Мне отправить тебя на конкурс секретарей? Ты... Президент Ян. Хорошо. Тогда скажи мне, что опять не так? Выбери нового дизайнера. Почему? Этот дизайнер уже проектировал Скандинавию. Я даже прикрепил все его награды и работы. Если бы мы были в МАЙТИ, перерасход бюджета. Да. Я знаю, что бюджет высоковат. Но я хочу его дизайн. Мы можем другими способами сократить расходы. Я сказал нет и точка. Не понимаешь? Теперь понимаю. Вообще не важно, какой дизайнер и какой бюджет. Ты просто хочешь проучить меня. Я президент. Последнее слово за мной. Или можешь занять мое место. Хорошо. Вот и займу. По крайней мере, я не буду сидеть и отвергать чужие работы просто так. Отличный план. Как станешь президентом, не забудь придерживаться этого плана. И не пройдет 2 дней, как компания обанкротится. Ты смотришь на меня свысока? Да, смотрю. И что? Хорошо. Ты президент. А я идиот, и с меня хватит. Президент Ян. Оставь его. Он вернется. Президент Жуань, господин Ян сейчас много работает. Я знаю. У меня мало времени. Что случилось? Кон Жень. Давай сбежим. А? Мне здесь не нравится. Ни тендер деревни Мэйти, ни Жуаньши. Меня ничего не интересует. Деревня Мэйти тебя правда не интересует? На самом деле, то, что сказал Жуань Джен, это и для тебя хорошо. Почему ты его защищаешь? Разве ты его не ненавидел раньше? Я неправильно поняла его. Я думаю... Тебе стоит к нему прислушаться. Ты же считаешь, что я создаю проблемы? Я не это имела в виду. Но работа никогда не бывает легкой. Как бы я ни старался, мне никогда с ним не сравниться. Я никогда не стану таким же. Просто будь собой. Я все больше чувствую, что перестаю быть собой. Мне здесь вообще не место. Я не хочу скрываться под личностью Жуаньчжэна. Я хочу быть рядом с тобой открыто. Плевал я на Жуаньши и на деревню Мэйти. Кон Жень, давай вместе с моим папой уедем отсюда, хорошо? Лянь Юй, неужели деревня Мэйти в твоем сердце не имеет никакого значения? Почему? Наше прошлое никак не отпечаталось у тебя. Неужели моя прошлая влюбленность... Не имеет смысла. Неужели наше прошлое больше нас не связывает?
Ян-Ян. Плохое настроение? Поругался с братом? Почему ты вечно суешь свой нос? У тебя ужасный характер. Похоже, и твоя девушка не поддерживает тебя. Думаешь, ты лучше меня? Мой брат с каменным сердцем. Вряд ли нежен с тобой. Конечно. Поэтому мы сейчас на одной стороне. Разбежалась. Отстань от меня, у меня есть девушка. Через 2 дня я организую званый ужин от имени наших компаний. Я приглашаю тебя. Я не могу появиться там, где будет Жуань Джен. Я найду способ. К тому же... Когда придет время, я сведу тебя с Конжэнь. Если ты преследуешь Джена, приставай к нему. Какое тебе дело до меня и Конжэнь? Я не хочу никаких случайностей. Пожалуйста, присмотри за своей девушкой. О чем ты? Похоже, между твоей девушкой и твоим братом отношения гораздо ближе, чем мы оба думали. Ян-Ян, не будь слишком самоуверен. Это тебе. Приглашение на вечеринку нашей компании. Будем рады вам, адвокат Лин. Не пойду. Правда не пойдешь? Но там будет куча красивых и успешных парней. Неинтересно. Правда неинтересно? Или же не хочешь видеть Шинджана? В последнее время Шинджан выглядит очень плохо. А я-то тут при чем? Сегодня утром он был так рассеян, что врезался в дверь. Скажи же, он глупый. Глупый или нет, но ему нужен тот, кто о нем позаботится. Дело не в том, что он мне не нравится. Просто он слишком серьезный. Он из тех, кто влюбится один раз и на всю жизнь. Почему ты так много думаешь? Тебе самой надо решить, нравится он тебе или нет. Но ты же знаешь, я не выйду замуж. Я не хочу причинять ему боль. Короче, сама решай. Но от судьбы не уйдешь. Запомни это. А что у вас там с Ян-Яном? Вы двое в последнее время в холодной войне? Я сама не пойму. С тех пор, как узнала, что он Лянь Юй, иногда он кажется мне знакомым. Иногда совсем чужой. Не понимаю, нравится ли он мне теперешний, или же я влюблена в прошлое. Разве это не один и тот же человек? Он мог измениться. Но чувство, которое он вызывает, у тебя неизменно. Или же... сомневаешься? Нет. Конжэнь, кто-то другой вызывает в тебе сомнения? Конечно, нет. Мне нравится только он, с самого детства. Просто подумай сама. Как ты и сказала, что бы ты ни делала, от судьбы не уйдешь. Сегодня вечером я жду твоего ответа, Конжэнь. Фэй-фэй! Так и знала, что придешь. Бежать от проблем не в моем стиле. Пора с этим покончить. А ты сегодня во всеоружие. Ладно, пойду в зал. Привет. Привет. Фэй-фэй, давно не виделись. Я на минуту? Фэй-фэй, давно тебя не видел. Почему и ты тоже здесь? Пришел отдохнуть. Фэй-фэй, привет. Привет. Рада вас всех видеть. За встречу. Как дела? Чем сейчас занимаешься? Весь дела. Правда? Фэй-фэй. Помощник Шэнь.
Что ж, я вас представлю. Это мой друг, Джан Фэн. Это директор Volkswagen Motors. Тоже мой друг, Дзян Сяошен. А это Лю Джао. Всем привет. Я нынешний ухажер Фэйфэй. Шэнь Джан. Президент Жуань. Президент Жуань. Здравствуйте, президент. Президент Жуань. Госпожа Ся. Рада встрече. Взаимно. Приветствуем всех. Спасибо. Это ты? Я не мог оставить тебя одну. Ян-Ян, я все обдумала. Я хочу сказать тебе, в моем сердце всегда был только один человек. И этот человек ты. Лян... Спасибо вам всем, что посетили наш званый ужин. Возможно, вы заметили, что на нашем ужине в основном молодые мужчины и женщины. Я мечтала стать принцессой и устроить бал. Я выросла и теперь устроила настоящий бал. Также надеюсь, что встречу своего принца. Сегодня я посылаю свои благословения и молитвы каждому из вас. Хотелось бы, чтобы все вы нашли здесь друзей и единомышленников. И, возможно... Нашли свою судьбу. Спасибо всем. Спасибо, госпожа Ся, за добрые пожелания. Далее самая важная часть нашего банкета. Маскарад. Все одинокие могут взять маски у наших сотрудников. Напоминаю вам, маски нужно выбирать тщательно. Это приведет вас к настоящей любви. Давайте наслаждаться вместе этим прекрасным вечером. Oh, 为失去